ладно, парни, сегодня все зависит от нас, от нашей собранности, организованности, самоотверженности. Давайте, каждый даст максимум по возможности, и все получится у нас. Выходим и бьемся, парни. Давай! Эй! Давай! На позитиве, мужики! Эй! Белгород! Эй! Все! Да! И на позитиве. Белгород позитив. Видно мальчика? Нужен стул тогда. Надо, что? Конечно, а что? В ту камеру. Иногда в ту можешь. Тебе понравилось, Игорь? Да. Да? Вот я очень сильно болела вообще. Ну, еще рано говорить. Нервно была первая партия у нас. Какая-то суматоха была. Не сбери в каких-то простых мячах, там, передач и по приему, в принципе, мы все разбирали. Ну, у них там получалось, у нас не получалось. Где-то, может быть, зажаты были чуть-чуть. В принципе, даже с такими проблемами в первой партии, в середине партии мы уже догнали их. В принципе, настроились дальше на борьбу. Нужно было просто чуть-чуть уменьшить свои ошибки. В принципе, и в приеме, и в подаче, и в защите, и на блоке атаки стали играть лучше, добавили. Вторую партию хорошо играли. Сегодня мне кажется, что очень круто. Очень много подач было сыграно, очень хорошо. Мне понравилась больше всего вторая партия. Мы могли выиграть вторую партию «Зенит», но «Белогорье» подтянули и смогли выиграть вторую партию. Аналитика на уровне. Ключевой, на самом деле, была не первая партия, а третья, которую мы вели 24-22 и не смогли ее дожать до конца. И всегда такие партии, которые проиграны, они всегда добавляют сопернику больше эмоций и веры в себя. Мы ее чуть-чуть потеряли. Третья партия была самая главная. And we also like. He wants to drink. Hi, hi. It's a list. Yes, 4 break points in a row, and it was like feeling amazing. Like, especially when we make the 24-24, it was a big hope that we could win the set, and we did it. Все верили до конца, что мы можем достать эту партию. При минус 2, при минус 3 очка в концовке, и мы это сделали. Но, естественно, уже это дало нам дополнительный заряд на четвертую партию. На кураже нам было чуть попроще.
хорошая игра получилась, скажем так, бескомпромиссная. Все видели, что обе команды боролись на полную катушку. Линия приема, я считаю, что довольно-таки неплохо справилась вся. У «Зенита» очень приличная подача. Все начали в прыжке подавать. Конечно, потеря ключевого игрока всегда для команды – это большая потеря. Но мы старались в таком составе, в котором есть, тоже были настраивались на победу. Вы сейчас видели по игре. Мы бились все равно при любом счете за каждое очко. Как обычно, нам было сложно Аль-Хадждади удержать. Сколько могли, столько удерживали. Это ключевой игрок, и без него ваша команда тоже другая. Так же, как и мы. Хороший разбор соперника, были готовы ко всем игрокам и к разбросу связующего. Ну и доля везения тоже была, конечно, на нашей стороне сегодня, я думаю. Мохаммед выдал свой вообще лучший уровень, который он умеет показывать. Рома Порошин, как обычно, пасовал лучше всех. Ну и мы там в тени тоже что-то сделали. Все равно команда сильная, даже без Егора. Показали, что мы можем бороться с такими соперниками уровня топ, там, топ-3, топ-2. Yeah, today we had good game. Like we served good, we defend a lot of balls and we had a lot of break points. And we also blocked good, and we could stop a lot of players from Zenit, and the game was for us from the beginning, I think. It feels so good, man, to beat, like to win against from the first team, and it always like brings some joy to the team and like some fresh air for going to the next game. So now we had for the fourth place, and yes, we have to work and we have to move on. Все вместе, всей команды справились и очень важную победу добыли. Болельщики нас сегодня гнали сумасшедшие. Поэтому всем спасибо, всех с победой. Классная игра. Tapiza Bellagoria.